К 800-летию Нижнего Новгорода благоустраивают и Почаинский бульвар. Работы в этом году ведутся на участке от улицы Добролюбова до Почаинской по бровке оврага. Площадь благоустройства почти 2,5 гектара. Здесь появились удобные дорожки, освещение. Проведено озеленение, обустроены две смотровые площадки с видом на Нижегородский Кремль и центр города. Детская, а также спортивные площадки. В сентябре будет установлено оборудование для занятий разными видами спорта, причем ведется благоустройство за счет внебюджетных средств. Инвестором выступила компания «Русполимет». И это уже не первый нижегородский проект, который поддержали кулебакские металлурги. Меценатство живо в нижегородской земле. Мы это видим, оно всегда было визитной карточкой. Сколько купцы нас построили зданий, передавали их в муниципалитет, под ночлежки, под выставочные салоны и многое другое. И очень приятно, что сегодня есть ответственность бизнеса. Помним мы просто заброшенные территории, ни дорог, ни организованности, ничего. А сегодня мы видим замечательный бульвар, по которому гуляет уже очень много людей. Мы видим, какие виды открываются наш Нижний Новгород, на Кремль, на храмы, на историческую часть города.